Всем привет, ребята! Здравствуйте! С вами Братуха. Это игра Варобоц. Предосмотр всех видеороликов сначала на Бусти. Ссылка находится в описании. В описании находится ссылка на нашу группу ВКонтакте Варобоц 18+. Также еще и на группу Телеграм-канала. Если я не путаю ничего. Кстати, группу Телеграм-канала нужно тоже нам повесить в группе ВКонтакте. В общем, 10 лет скоро игре, я уже снимаю 8 лет, наверное, и все время я чем-то недоволен, все время я негативный какой-то, пессимист и все остальное. Но это не я такой, это разработчики меня сделали таким, портача в этой игре прям как хуёвый хирург на операции. Хуяк, не получилось... следующего. Понимаете? Вот это, к сожалению, беда. Но все равно надежда, все равно как бы есть, что все будет хорошо. Но это, блядь, какая там надежда, братуха, о чем ты говоришь? Я твою дивизию, блядь. Все будет так же. Имба, шмимба, лямба, грямба и все остальное. В общем, ничего интересного. Ничего, абсолютно ничего интересного нет. Просто, ребята, не к чему стремиться. Просто поймите. Клановые бои, они доступны только богатым. Богатым взводам, блядь. Клановые бои, где они клановые бои? Взводные бои? Ну что, вышли мы там взводом, побегали с пацаном. И что дальше? Мы с ним бегаем, и то отдельно, друг от друга. Вот вчера на стриме... буквально играл с пацаном, у которого в ангаре все круа и титаны там мощные, там все, короче, все мощное. Че мы с ним бегали во взводе? Вот он донатер, у него там люто много денег влито в игру, он донатер. Вот, и что вы думаете, ребята? Он набивает 11 с хуем лямов, убивает там по 15-20 роботов, а я на пятом-шестом месте. То есть, по сути, играть с сильным взводным, это чревато не получать фарма ни хрена. Если я буду играть один, я буду получать больше серебра, ибо я буду занимать первое место, у меня никто не будет урон тырить. А донатер тырит урон. Он тырит хп противника. Понимаете? То есть, по сути, даже взводами и то проблематично играть. Нужны сбалансированные ангары двух совзводных. Какой смысл? Где? Что? Потеряно? Все похерено нахер. Понимаете? Похерено, к сожалению. Раньше как-то было весело. У меня была задача. В голове там себе мысли ставил. Вот. Жетон усиления дали. Нахуй нужен? Была задача у меня, ребята, прокачать ангар в топ. И в клановых боях, короче, там биться. Да хрен. Взвод на взвод. Клан против клана. Да хрен, там плавал. Фишка в том, что я не мог создать топ-ангар, потому что он постоянно менялся. Он постоянно нужно было вливать какие-то, блядь, деньги, чтобы быть постоянно, каждый год там по 3 раза, блядь, ангар собирать, понимаете? Постоянно. Для того, чтобы быть против других кланов мне актуальным. Так помимо этого, что я блогер, мне еще люди донатили, я не мог постоянно держать ангар в топе. Он был как сейчас, устаревший, все время. Потому что нужно было постоянно каждое обновление вливать туда деньги. Это бездонная бочка, блядь. И в то время даже, блядь, и не то, что в это, еще и в то время. Все то же самое происходило, ничего не поменялось. Томп-ангар создать не могу. Помимо этого, мои соклановцы тоже не могут, не могли, блядь, создать топ-ангары. Понимаете? Я создал клан, я хочу, чтобы мои кланы... А они не могут. Да, у нас были такие моменты. Ребята говорили, братуха, пойдем взводом играть. Мы же клан, мы же что там. Я говорю, ребят, вы что, серьезно? Нас размотают и все. Не, пойдем. Я говорю, хорошо, ладно, давайте попробуем. Я знал, что будет. Мы вышли 3 раза. 3 раза мы сыграли. Против взвода попали. Против взводов. И нас просто насухо, просто как рандом на базе размотали.
с нашими тухлыми роботами. Вышли донатеры лютые, как вчера на стриме, парень лютый. Да, и их 6 лютых донатеров. А у нас, блядь, даже половина лютого донатера нету. И они нас на базе вот так. Мы вышли первый раз, нас второй раз вышли, нас поимели, третий раз. Я смотрю, уже как бы у людей там половина в Дискорде находится. Как бы уже у людей такие сомнения, а нахуй мы взводом пошли играть? Пойдем взвод этого по одному. И я говорю, ребята, ну все, я думаю, что вы все поняли, что взводом бессмысленно играть. Они говорят, ну типа да, блин. Я говорю, идите играть, ребята, вдвоем. Так больше можете нафармить и туда-сюда. Понимаете, какая история? Я говорю, какой, блядь, интерес в игре? Как... Сами разработчики нихуя не могут сказать. Просто, не, они могут сказать, качайте, играйте кланом на клан, блядь. Только для этого нужно вливать бабло. А люди, у которых нет бабла, и они не способны вливать бабло, что разработчики скажут? Ну, не можете тянуть наши устои, да, наши правила игры, можете не играть в нее. Ну, а если все игроки, которые не могут оттянуть устои, уйдут, игра закроется. Некому будет играть. Донатеры не будут сидеть по 2 часа, ожидая бой. Чтобы их вместе друг с другом сомкнуло. Понимаете? Ну, вот такая вот история. И сижу вроде 10 лет игре. А в самой игре перспектив я добился. В Ютубе-то, понятно, я ничего не добился. Там... Ни, блядь, ни жопу подлизывал пиксоником, ни подписчикам там, донатерам жопу не подлизывал. То есть, по сути, как вот по фану все снимал, так и снимаю, да? Вот, искренне, безвозмездно люблю игру, блядь, за нее никто не платит. Вот, и, кроме донатеров, вот, ребят, да? Ютуб уже не платит, пиксоники не платят. Все, что я сижу играю, что снимаю? Вопрос задаете, отвечу по привычке, потому что я вот как в нее влюбился, я как ее захотел снимать, я как в нее снимал, сколько было скандалов, сколько было, и с девчонками играли, с пацанами играли, и скандалы, и все подряд, там шумихи, тыры-пыры, джоны, доллары, там и глины, и все подряд, и киберсоники, и ёкарно, какой был трэш. Блять, каждый вечер были какие-то замуты, что-то было интересно, а сейчас тухляк. Сейчас какого блогера не посмотри, у него тухляк, наверное, я не знаю. Ну, тухляк просто, голимый тухляк. Уже сами блогеры уже затухлели, блядь. Они затухлели, потому что им уже нехуй снимать, хотя у них все есть для этого. А у меня нет ресурсов, у меня что есть дохуя, что снимать, но у меня тоже тухляк, ибо, блядь, ангар, как я говорю, что нет возможности даже взводом с кем-то поиграть. Меня приглашали взводом... Значит, элитные кланы, да? Пойдем, братуха, с нами. И чё, блядь? Я с ними иду в бой, они там на 5 местах, а я на 6. У них там по 5 миллионов, у меня 1 000 000. Потому что они все урон забрали, а я нихуя не... И всё. Я говорю, не, ребята, извините, в жопу, блядь. Это первая причина, почему я со взводом не играл с другими кланами, например, да? Вот, не рекламировал там, тыры-пыры там, вот. А вторая причина... У нас нету здесь баланса клан против клана. У нас, если клан выходит, то он, блядь, на данном этапе уже 9 боев играет против рандома, топчет его на базе, и только один из 10 боев может попасть против другого клана и там попотеть друг с другом. И опять же, я не готов. Я не готов, чтобы, блядь, 5 супер-донатеров приходили на базу к обычному рандому, и я сзади, блядь, вот так этот рандом вместе с ними стою, вот так и расстреливаю, который, блядь, только-только рождается на респе. Опять же, у меня было по этому поводу охуенное предложение. Делать 5 секунд иммунитета. Вот появляется у тебя робот, у тебя 5 секунд иммунитета. И никто тебя не сможет убить. Ты можешь встать, развернуться, прицелиться и дать отпор. Сколько я уже так... Наверное, лет 5 я точно говорил про иммунитет на базе. Хуй! Нету такого, ребята. Сидишь, думаешь, блядь, а что тут происходит? Вроде движуха есть, обновления выходят. По сути-то все обновления сводятся не к тому, чтобы улучшить, упростить или увеличить удовольствие в игре от времяпрепровождения в любимую игру, а только для того, чтобы деньги срубить с игроков.
Вот к чему обновление выходит. Блядь, просто вот сяду вот и... Я не знаю. Я, блядь, сижу тут, переживаю за эту игру, как будто я ее, блядь, отец. Сука. А, блядь, отцы уже давно, блядь, покинули эту игру. Сами или их выгнали, блядь. Точно не знаю. Да, говорить не буду. Продолжаем, пацаны, рубить капусту, блядь. Серебришко. Табазоль выскочил на пальце. Дробаши, ребята, повесил вместо панчеров. Саша про Макаша. Бля, плевать какой-то хуйней меня. Это суперудары по мне тут производят. Бам-бам, ребята! Ебать! Чё ты такой неубиваемый? Ребятухи, чё за хуйня, от справа фланга никто и не идет в атаку. Ого, блядь. Ебать, стрёмно. Ебать. А как тут, сука, давай, блядь, штаны только накласть. Ебана мама. Я думал, он опять взлетает. Да что за хуйня? Я из этих прицелов дома не вижу, блядь! Куда ехать? Из-за этих, блядь, спецэффектов, падла! Я здесь спецэффектов не вижу, куда двигаться, блядь, ебуча! Сдохни, блядь, у меня шилбрекер! Сдохни, сдохни, сука! Блядь, еще один, блядь! Мультимаус! Давай один на один, что тебе за пуханы, блядь! Извини, братан! Это не я тебя поднял! Ой, блядь, все на меня, суки! Позорные! Разъебали мне щит, блядь. Все там двое, трое, блядь. Где помощь, пидоры? Мы проиграли. Блядь, как, сука, тут воевать, блядь. Ух я. Вау.
А-а-а, сука. Ничего не поделаешь. Маячок. И пятачок. Давай, подходи к нам, пацаны, блядь, ча, уебем. Какие сухарики, только, блин, ела Марс. Прям пыльнич, блядь! Я так хотел, блядь, good like, чтобы хп не потерять. Ебать! Слабенького надо найти и уебать. Ауджан! Ауджан, иди ко мне, брат! Блять, Оуджан, блять, у меня сейчас горит нахуй все, а сгорело, блять. Оуджан продается. Тухляк продают! Тухляк! Давай ты не будешь слишком сильный. Бедный парень, блядь. Господи, он умер, блядь, с опозданием в 5 секунд. Ебать, блядь, титана порвало! Пацан только вышел! Я ему отомщу, сука! Дайте мне его убить, блядь! С опозданием, с таким fuck you meta. У него никнейм у пацана fuck you meta.
Яшкин Матрешкин, вот это да! Вот это пизделка! Сука! Три с половиной ляма, топ-1. 3400 очков чести, лям, серебришка. Нихуя себе. Это вот не было донатеров против меня. Были все слабые игроки. Ну, они были на самом деле все мощные. У каждого было по несколько роботов титанов. Но я, блин, просто отыграл как-то. Все время прятался, заметили? Я все время отходил, уходил, перезаряжался, уходил, подходил. А не просто шел в лоб. Это мой секрет победы. Что-то дали. 10 лямов. Вот, спасибо. 490, ребята. Ой, в операции Б дали 10 лямов. Что там, где-то бесплатное, что ли, есть? Да, смотрите, все платно, платно, платно. Платно, 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 платно. Платно, 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 бесплатно. Во, бесплатно? Дали 10 лямов. Хуя себе. Один приз из 40 бесплатно. Я до него дошел. Я, конечно, было бы здорово все призы получить, чтобы операции были открыты. Но это только доступно было в поддержке блогеров. Ну, так как я там заблокирован, соответственно, открываются операции только за бабки. Что у нас здесь? По популярным. 9000 мемори мы продают уже дешево. Да, сначала бабки повыжигали, блядь, потом за мемори типа, скоро бесплатно будут толкать. Ладненько, ребята, в общем, на таком хорошем, блин, эпизоде прямо очень хочется, блин, закончить этот видеоролик на таком прям хорошем бою, прям отличный был бой. Установить, титул снять. Что я делаю? А, вот сюда надо нажать. Ё-ма. Чемпион тебе нужно новый статус доказывать. Ну, блядь, какая хуйня. Так что спасибо всем, ребята, за просмотр. Спасибо за лайк. И помните, предосмотр, предпросмотр идет на Boosty. Это такая площадка, где вы за 100 рублей в месяц, можете подписаться, смотреть видеоролики у братухи. И те, которые YouTube не забанит. Вот в чем прикол. Так что, ребята, подписывайтесь на Boosty, на братуху. 100 рублей в месяц. Там можно на 3 месяца и так далее. Вот. Ну и спасибо всем, ребят, кто донатит, поддерживает братуху финансово. Спасибо большое. Вот, с вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас, ребята. Всем пока-пока. Бой! Бой! Последний бой этого мира! На смерть! На смерть! На смерть! На смерть! Смерть!